Вторым по популярности типом индексов, которые используются в реляционных СОБД, являются хэш-индексы. Доступ к значениям в хэш-индексе организован следующим образом. У нас есть некоторое значение, которое мы хотим найти в нашем индексе. Мы применяем к нему хэш-функцию, которая вычисляет некоторые значения. И это значение находится в упорядоченном списке, то есть в хэш-таблице. И, собственно, в этой хэш-таблице значениями являются корзины, в которых находятся сами данные. Корзины используются для того, чтобы избежать коллизий. В случае, если у нас два каких-то значения возвращают одно и то же значение, пройдя через хэш-функцию, то есть ссылаются на какую-то одну ячейку в хэш-таблице, то мы просто добавляем оба этих значения в корзину. И уже когда нам нужно получить какое-то из этих значений по хэш-функции, мы просто переходим в корзину и уже непосредственно в ней сравниваем в списке и ищем нужный нам элемент. Так как ключи в хэш-таблице отсортированы и одинакового размера, то доступ к конкретной корзине занимает одну операцию. А в самом худшем случае, когда у нас хэш-функция для многих значений, которые мы спрашиваем, возвращает одно и то же значение, то у нас может образоваться корзина из множества элементов, и в этом случае нам придется просмотреть все эти элементы для того, чтобы узнать тот, который нам нужен. Для больших наборов данных хэш-индексы лучше подходят для операции сравнения на равенство и неравенство. И также, так как эта операция входит в сравнение с некоторым списком значений, то эти индексы также уместны для сравнений типа, когда мы сравниваем какое-либо поле на предмет его вхождения в список из каких-то элементов. Хэш-индексы строятся во время выполнения запроса для использования во внешних ключах.